Всем привет, с вами снова Штопор. Мы продолжаем выживать и развиваться в игре Seven Days to Die. Собственно, побежали отсюда. Побежали. Нам нужно отсюда уходить. Бошки так и сыто разлетаются. Надо посмотреть, что мы вообще можем делать. Но это уже сейчас домой прибежим. Я не знаю, какой план на эту серию. Реально, пока не знаю. Потому что не все так однозначно. Так, ну, зиму нам явно не надо. Нам надо дойти вот в сторону... Блин, опять отмычки. Нас реально пичкают отмычками. Больше отмычек. Это... Я бы не сказал, что это прям плохо, но... Нам реально нужны... Немножко другие вещи. Вопрос, где найти еще этот долбанный... Как его называют? Тигль. Ну вот в этих домах вообще смысла нет искать. Так, вот эта тачка более-менее целая. Попытка не пытка, да? Блин, разрывает. Вообще в хлам. Я тут лутал? Да, я тут лутал. Я сюда приходил. Наверное, когда аирдроп какой-то забирал. Так, надо сейчас посмотреть. Запись идет. Никак я не привыкну к ОБС. Записывать через ОБС, потому что прям так. Не... С этим, с бандикамом не то что проще, там сложнее, там надо было постоянно следить, и ты поймешь, если он отрубился. А тут прям как-то пишет. Ох, ё. Ребята. Ага, вы... Да? Все. Куда ты взялся? Еще. Так, ну то, что они улыбаются. Хорошо. Это мне нравится. Ну только что лут у нас... говёные выпадают. Вот это мне не нравится. Так, это мы разберем сейчас. Угу. Сейф. Сейф надо вскрыть. Может, там будет что полезное. Серьезно? Вот тебе и отмычки. Так.
Ну, вот это мне нравится. Вот это давай заскрапай. Да и вот это тоже можно заскрапать. Прикольно. Топор давай. Молоток заскрапай. Серьезно? Давай. Вот это скрапай. Так. Так, нету никаких сундуков. Это, блин, на лайв-серверах заходишь в эту вышку, не думаешь, сейчас снимешь что-нибудь это. А здесь уже все разобрано подчистую. Нет никого, давай разбираем. Так. Радиатор. Труба. Блин. Давай. Трубы, наверное, мы заскрапаем также. Радиатор пусть. Так, ну там нет никого. Побежали домой. Что я могу сказать? Побежали домой. Сейчас вот здесь перейдем. У нас, конечно, перегруз легкий. Я думаю, мы его в следующий раз уберем. Что-то они взрываются. Чего-то слишком они взрываются. Блин, надо читать вот эти вот книжки, что они это, что они дают. Здесь бустовать не надо, спринтовать, потому что толку от этого мало. Так, рундучок. Ничего нам не дает. Так, ну это мне нравится. Так. Побежали вот здесь. Я надеюсь, мы на Мишу там не нарвемся. Можно сейчас, кстати, по дороге эти добывать. У нас есть место. Этим пользоваться, потому что патронов нужно будет очень много. Давай скрапай.
Там он эпилептик идет. Капец его перекорёженный. Шотганчик, конечно, здесь самая имбовая тема. Одна из самых имбовых, скажем так. На начальном этапе без нее вообще никак нельзя. В принципе. Сейчас заскочим на этот. На лодочную станцию. Может, там заспавнилось уже. Так, скраб. Конечно, скрапая вот это вот все дело, мы теряем какой-то процент, но... Так. Самое главное, чтобы не было собак. Да, нет, ни хрена. Это плохо. Капец его разрывает. Я походу книжку какую-то прочитал. Надо будет посмотреть. Сейчас придем, разгрузимся и посмотрим, что мы там начитали. Посмотрим. Так. Там он друг ходит. Его надо. Сейчас немножко успокоит, он прыгает. Привет. Ну. Блин. Приходится выкидывать, ладно. Так. Это что такое? Это тот волчара, которого я убил, до сих пор валяется. Если что. Если что, это тот волчара. Так, 40 отмычек. Вот. Не надо было тратить стальку. А ее было там, по-моему, штук 20 или 30. Я постоянно спешу и в итоге оказываюсь в проигрыше. Так бы я сейчас хотя бы часть сделал. Этих элементов всяких разных. Зато у нас есть колесо. Зато у нас есть колесо. Так, давай это сюда. Давай это вот так. Порох пусть будет вот здесь. Так.
Вот так. Патроны. Так, забери. Пистолет хороший имеется. Вот, кстати, с ним можно побегать. Так, это не надо. Ключик один оставим здесь. Даже вот такой. Может, там на эти изделия какие. Так, это сюда. Эту половину давай слей туда. Патронов нет. Чё это меня это печалит? Совсем-совсем. Так, гвозди. Это давай заберем. Кстати, можем сделать бетономешалку. И сделаем сейчас. Так, это сюда. Сюда. Так. Так, а что на нее надо? Надо железо, пружины, мотор и этот, да? Ну, благо, есть. Железо есть. Пружины есть. Мотор. Сейчас железо. Пружинки были много. Так, три. Так, давай железо еще возьмем. Только не говори мне, что я их переработал. Вот есть пружины, давай крафть. Так. Так, химическая лаборатория. Два этих трубы Burning Barrel. Так, тихо. Давай крафть вот это. Чистри. Так, будет, будет. Эта штука есть, трубы есть, доски сейчас нахреначим. Досок сейчас набьем. Единственный момент, давай возьмем нормальный топор. Вот. Как раз там сделается этот... Так, пей буст. Пей, как никогда не пил. Так, сейчас вот здесь мы все зачистим. Так, там волчары нет. Хотя он тут бывает... Лазит. Так, сталька. Ну, стальки у нас полно. Стальки у нас полно. Thank you.
Надо будет сделать, знаете что, вот эти репейр-киты, починить то оружие, которое у нас сломано. Так, 360 у нас этого. Так, там упал аирдроп. Упал он далеко. Мы можем сбегать за вот этим, кстати говоря. И, вероятнее всего, сбегаем. Так, полезли наверх. Так. Так, ладно. Пусть перегоняется. Бетоносмеситель у нас есть. Так. Куда нам его поставить? Оставить придется, скорее всего, на втором этаже. Делать сейчас второй этаж. Блин. Или же... брать и ставить вот здесь. Что я и сделаю. Так. Один камень, песок. Ну давай, чё уж там. Ай, так. Этих штуки. Так, две этих штуки. В принципе, нам-то особо сейчас не надо. Так, химическая лаборатория. Так, трубы. Так, трубы, вы где? У вас было дохренище. У вас было дохренище. Так, химическая лаборатория будет сейчас. Надо глянуть, что у нас с полками. Можем ли мы что-то подобное... Так, айрон, это лестница. Workbench. Так, 25, 24. Вот это как раз таки мебель можно делать, насколько я знаю. Блин. Ну, химическая лаборатория нам позволит оперативно выйти в это. Так, давай забираем, этот ящик разберем. Этот ящик разберем. Так, это сюда. Ай-яй-яй, где оно есть-то? Это сюда. Банки сюда.
Так. Скидывай все, что видишь. Это пусть будет. Так, вот это сюда. Да, у нас три штуки есть. Забирай. Так, это переплавим сейчас. Давай. Нет. Сюда. Стекло, кстати, тоже надо будет кинуть и переплавить. Так, вот это. Что у нас здесь? Это давай сюда. Блин, вот эта вот вся возня нездоровая. Она бы нам нафиг не сдалась, но без нее реально никак. Давай вот это. Пустой, да? Так, здоровая какая. Ну, деваться нам реально некуда. Как ни крути, а придется. Так. Так, не, пока не будем разбирать, мы просто скинем это дело вот сюда. Вот это заскрапаем. Так, это сюда, сюда. Блин. Давай скрапаем вот это. Вот это. Вот это. Тут же, блин, не все так просто. Это адово, блин, мука. Ай, так, это у нас уголь. Фонарик, лук, скрапаем, скрапаем сюда. Так, эти штуки вот сюда. Так, 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 так. Переплавляйся. Так, погоди. На 60. Так будет правильней. Так. Берем вот это. Берем вот это. Тут это сюда. Стекло переплавили. Так. Думай, 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 что? Двадцать два пороха, по идее, мы можем вот с помощью вот этой темы за хреначить. Да?
Надо искать, где уголь наколупать. Потому что без него будет тяжело. Так, тут давай поступим по-умному. Так, тихо. Влепим вот эту штуку, скинем в нее все, что не влезло в этот. Так. Вот сюда. 22 пороха. Тем временем давай смотреть. 0. Так. Так. Repair kit. Скотч и железо. Ну, я считаю, очень дешево для штуки, которая так с нуля практически. Так, железо давай бери. Кит, repair kit. Сколько? 19 штук. Ну так крафть 19 штук. Нам надо сейчас привести в порядок все. У нас такая серия получилась, блин, чисто по крафту. Я бы не сказал, что это прям так хреново, но да, возможно, скучно, но другого выхода у нас, ребят, нет. Я могу, конечно, тут это делать, паузы такие большие. Так, песок, цемент. Цемент у нас был. Вот теперь можно цемент, кстати, собирать. Так, камень. Где ты есть? Куда я тебя кинул? Да, подлагивает. Блин. И цемент. Давай, забирай. 597. Отлично. 17 минут. Я считаю, не так плохо. Цемент мы сейчас пойдем добывать. Так. Круцибл. Так. Давай, бери вот эти вот 5 штучек. Бери вот это. Репейр. Ну, такое, не знаю. Смысла нету, как бы. Repair. Так. Так. Надо сейчас глянуть, какого качества мы можем делать инструмент. Проще починить. Так, давай repair. И вот это вот repair. Вот эту штуку давай скрапаем, она нам не нужна. Да, надо искать уголь.
Надо искать уголь, потому что... Так, рецепты. 100 штук, 80. 160, 80. Да, на 20 больше, не знаю. Чем-то обусловлено. Шотган. Интересно. Так, 11 штук. Бумага. Бумага есть, нужны эти. Давай, бери. И крафть. Так. Кстати. Давай смотреть, где он есть-то. Третье качество. Так, давай 5 штучек. Даже какие 5 штучек? 3 хватит за глаза. Не понял. Рано еще, не надо меня пугать кровавой луной. Так, это сюда. Это чинить не будем. Это за скрапой. Это сюда. Че, серьезно, что ли? Вы меня, блин, так не пугайте. 18-й день только. Так. Давай, вот это скрапай. Что тут можно вообще сделать? Так, ну вот, отлично. Нормальное. Так, 7,62. На 7,62 у нас все есть, кроме пороха. Джанк. Ящик для патронов. Гранатки. Ну, конечно, пороха тут в бешеных количествах тратится. Зато можно крафтить почти все. СМГ. Автотурель. Шотган. СМГшку где-то выучили. Да вот это дело тоже учить придется. Вообще искать. Все.
Ладно, ребят, на этом мы данную серию закончим. В принципе, понятно, что нам нужно делать. Нужно очень много песка, очень много камня. Ну, цемент, я думаю, мы как-нибудь наколупаем в этих домах. Вот. И все-таки нужно выходить в сталь. Но в сталь выйти практически нереально, пока у нас не будет этого тигля. Это печально. Это очень печально. Что ж, говорю всем до свидания. Увидимся в следующей серии.